смотреть комментарии по ходу. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, о чем древние греки уже знали только по преданиям. Уже сами, возможно, сомневались, что же стоит за теми культами, о которых мы будем сегодня говорить. Мы поговорим о мистериях, тайных обществах. Спасибо, поняла, все слышно. Тайных обществах. Есть такая фраза из гомеровского гимна, которая говорит: «Блажен смертный, которому удалось узреть мистерии». И на самом деле это формула, которая будет вообще ключевой сегодня в эфире, потому что мы поговорим о двух таких самых знаменитых направлениях течения греческой религии, как тайные культы Элевсина и тайный культ вакханических вакханок Диониса. Конечно же, все это начинается со сказки. Но сначала пару фраз о том, что происходило в Греции. На самом деле, вот эти тайные культы, да, они появляются тогда, когда в религии есть определенный кризис. Когда, например, не работает система существующих богов, а как мы знаем из истории религии, что прекрасная греческая мифология с прекрасными олимпийцами, красивейшими образами, воплощенными в искусстве, на самом деле не была такой радужной. И не было у греков такого, скажем так, эйфории, да, от святости и от приобщенности к культам богов. Потому что жизнь их была тяжелая, объективно, да. Доброе утро, здравствуйте. Жизнь была тяжелая. Постоянные войны, постоянные распри, постоянные болезни. Очень тяжелая. И не было надежды на, скажем так, жизнь дальше, на загробную жизнь. Потому что боги жили вечно на Олимпе, да. Также попадали на Олимп и становились подобными богам герои. Но что оставалось простым смертным? Жизнь их была, к сожалению, безрадостна. Поэтому, когда есть такой конфликт религии, а сегодня будем много говорить о религии, появляются тайные общества. Тайные общества, потому они и тайные, что они дают какой-то такой очень важный элемент, который облегчает существование людей в этом мире и дает надежду. Суть этого, конечно же, в надежде. Так, начнем со сказки. Первый культ, о котором буду говорить, это, конечно же, культ Элевсина. Начинается он с прекрасной истории, прекрасной мифологической поэмы, которую вы, наверное, хорошо знаете, о том, как однажды прекрасная Персефона, да, Прозерпина по-римски, бродила по Нисейской долине, собирала красивые цветы, тюльпаны, и вдруг разверзлась земля. Из-под земли появился Аид на своей колеснице. Появился Аид и увез прекрасную девушку в царство смерти. Увез он ее и сделал своей женой. И только одна мать, богиня Деметра, осталась тосковать. Бродила она по свету и нигде не могла найти, по свету, да, по земному миру, нигде не могла найти свою дочь. 9 дней она бродила, пока, наконец-таки, бог Гелиос, бог солнца, не помог ей узнать о том, что, оказывается, Зевс разрешил этот брак, и сейчас Персефона находится в Аиде, да, под землей, в подземном царстве. Безусловно, Деметра очень расстроилась, но на Олимп она решила не возвращаться, поскольку тщетны были ее старания вернуть дочь. И она отправилась в город Элевсин. Элевсин до сих пор стоит такой город небольшой, который находится в 20 километрах от Афин. Отправилась она в Элевсин и пришла под видом обычной старухи в дом к царице и предложила свои услуги няне. И стала воспитывать царского наследника Демофонта. Днем она заботилась о нем, а ночью она натирала младенца амброзией и запекала его в печи. Конечно, это все звучит дико, но на самом деле богиня пыталась сделать его бессмертным, пыталась подарить бессмертие Демофонту. И вот в один из дней мать увидела это зрелище и, конечно же, ужаснулась и забрала у богини, у Деметры, находящейся в образе, да, старицы, забрала ребенка. Деметра явила истинный свой лик, истинную красоту, разгневалась о том, что прервали священное действие, о том, что не дали ей завершить процесс. И, как бы, естественно, все испугались, все были в ужасе и повелела Деметра построить ей храм. Храм в Элевсине. Этот храм станет ритуальным центром,
ритуальным центром, религиозным, да, вот как можно сказать, местом паломничества для всей греческой культуры. Он будет существовать, представляете себе, 2500 лет. Считается, что примерно зародился он во время прихода ахейцев, это культура эгейская, культура Эгейского моря, да, когда как раз-таки с ее персонажами принято ассоциировать гомеровский эпос, это то время, когда жили цари Агамемнон, Менелай, Елена, когда сожгли Трою, это как раз-таки вот время этих царей, то есть это примерно 1900-1600 год до нашей эры. И вот примерно в это время, во время ахейцев, зарождается культ Элевсина. Почитать там будут двух богинь, Деметру и Персефону. На самом деле, этот культ для нас, несмотря на то, что мы знаем достаточно много, но с другой стороны практически ничего, этот культ для нас тайна. И весь смысл этих мистерий, он до сих пор не разгадан. Да? Мы можем говорить только об общих смыслах, которые есть в этом, в этой истории. И понимаете, вообще изучение религии, да, изучение вот этих вот моментов, да, что могло означать то или иное свойство в истории религии, это, конечно же, крупицы, это мозаика. И все, что все кусочки, которые мы собираем для того, чтобы их истолковать, тем не менее, это не истинная картина. Поэтому мы говорим легендами, мы говорим сказками, мы говорим традициями, да, и находим последствия, которые отражены в наших культах. Мы это очень ярко увидим, когда будем говорить о Дионисе. Итак, Элевсин стал ключевым центром, ключевым религиозным центром для греков. Его храм регулярно строили, перестраивали, дополняли. Изначально он был совершенно простым. Это была крыша, которая покоилась на нескольких колоннах всего лишь. Дальше, во время расцвета греческой культуры, его достроили, построили еще несколько рядов колонн. Он превратился в такой большой храмовый комплекс. Любой культ, он строится обычно таким образом. Есть большой круг. Ну, скажем так, это ритуалы, которые происходят, которые доступны всем, да, вот общественные такие празднества, общественные ритуалы, общественные торжества. И есть узкий круг. Узкий круг — это как раз-таки сама мистерия, сама тайна. Что происходило в широком кругу? Мы знаем это достаточно подробно. Люди приходили к Деметре один раз в год, сначала в феврале, начинали праздновать. Неофиты, те, которые должны были пройти посвящение в культ Элевсина, они должны были обязательно очиститься, совершить символическое очищение, должны были принести в жертву, приносили они свиней. И под руководством жреца они отправлялись как раз-таки уже там на какой-то день этих празднеств, отправлялись в храм, где символически воспроизводили те самые странствия и те самые страдания Деметры, когда она искала свою дочь. Люди, это было и торжество, это было и поминовение усопших, и есть такой, например, атрибут, да, ячменная каша, которая активно использовалась в то время, потому что когда Деметра пришла в Элевсин, когда пришла Деметра в Элевсин и стала воспитывать царского сына, она сказала, что да подавайте мне ячменную кашу, келей, и вот этот напиток ячменный, да, иногда ему даже приписывают какие-то наркотические свойства, даже есть какая-то химическая формула, которая, возможно, вызывает опьянение ума, и его было принято также пить на вот этих вот общественных мероприятиях. После того, как заканчивались торжества внешнего круга, неофиты, то есть те, которые должны были, сегодня буду часто говорить неофиты, посвященные, те, которые готовились к обряду инициации, посвящения в культ, они проходили в храм, и дальше происходила тайна. То, что мы знаем то, что говорят авторы, то, что говорят какие-то находки, сказки по поводу того, что происходило внутри, конечно же, все нужно делить на 10, да, потому что толком то, что там было, мы не знаем. Говорят о том, что верующие, те самые, которых посвящали, они проходили через какую-то тьму, через темный коридор, и потом видели яркий свет. Это символично было. Так показывали то, что
заблудшие души, проходя через, скажем так, муки, да, страдания и так далее, они наконец-таки видят свет. И нужно понимать, что вот этот культ, да, культ Элевсина, элевсинских мистерий, он обещал людям не что иное, как хорошую жизнь после смерти. То есть он не повторялся больше в их жизни. Вот один раз они собрались в этом храме, и дальше, вероятно, этой общины они уже встретились бы только после смерти. То есть это был раз, и все. Ты посвященный, ну, немножечко, да, есть ассоциация с обрядом крещения. Ты принимаешь какое-то условие, и, соответственно, ты дальше можешь рассчитывать на блаженную жизнь, да, которую греки, в принципе, не могли иметь благодаря своим олимпийским божествам. Были также различные версии, что там еще могло происходить. Возможно, что-то показывали в этом храме, да, и, например, человека проводили через темноту, и дальше показывали какой-то предмет. Это мог быть символ, мог быть палеолитический символ, например, плодородия, да, поскольку богиня Деметра, богиня плодородия, это могло быть что-то символизирующее землю и плодородие земли, да, вплоть до каких-то самых примитивных атрибутов. И здесь такой важный момент по поводу, поскольку мы сейчас играем, да, мы с вами сейчас разговариваем на уровне истории религии, то когда люди перешли от охотничьего и собирательного образа жизни к земледелию, это был просто грандиознейший, революционный сдвиг мышления. И этому сдвигу мышления, как бы как отражению его в жизни, относятся очень многие ритуалы. И очень многие ритуалы до сих пор в нашей религии, в любой вообще религии мира, они сидят корнями там. И поэтому вот этот символ плодородия земли, земли, дающей жизнь, земли в то же время, которая прорастает жизнь из смерти, потому что растения у нас растут из-под земли, да, то есть из подземного мира в наш мир. Этот символ плодоносной земли, он очень верный. Да, это на самом деле очень верно, что все это будет про победу над смертью. Дальше мы поговорим еще очень подробно про Диониса, и там вы поймете, насколько все связано. И вот символ этой плодоносящей земли — это всегда брак. Брак, священный брак. Символ священного брака ключевой во всех религиях мира. Например, смотрите, в Элевсине, по преданию одних авторов, говорят так, говорили священную формулу. Да? Священная формула — это может быть заклинание, это может быть молитва, ну, скажем так, какие-то наделенные смыслом сакральные слова. Говорили так: «О дождь, пойди, о земля, зачни». То есть вот он, священный брак. Поэтому, конечно, мы наверняка не сможем сказать, что происходило в этом темном помещении, в этом тестерионе, в этом храме Деметры, в элевсинских мистериях, но люди оттуда выходили, пережив какое-то религиозное переживание. Это переживание готовило их к загробной жизни. Возможно, оно обещало не такую мучительную жизнь, перед смертью, да, потому что все-таки время было жестокое, скажем так, безрадостное, и надежда на то, что дальше будет что-то лучше, возможно, как раз-таки создавала этот опыт, здравствуйте, этот важный, да, психологический и эмоциональный религиозный контекст. Сейчас мы потихонечку перейдем к Дионису, и здесь я должна вам рассказать про вторую сказку, не менее прекрасную. Конечно же, все это связано с богами-олимпийцами, с великим Зевсом. Вы знаете, почти половина моих материалов про Древнюю Грецию начинается с фразы «Однажды Зевс влюбился». И это именно тот случай. Итак, влюбился Зевс в смертную царевну Семелу. Это была дочь фиванского царя Кадма. Смертная женщина, и вот, конечно же, об этой любви узнала Гера и возненавидела Семелу, как и всех других героинь похождений Зевса, и она посоветовала Семеле такую как бы губительную, дала ей губительный совет. Она посоветовала: попроси у Зевса все, что хочешь, пускай он докажет свою любовь. Но когда он докажет свою любовь,
когда он пообещает тебе это, попроси его явиться к тебе в своем самом настоящем лике. Вот как он есть. Почему он все время приходит к тебе в смертном образе? Пускай он явится таким, каким есть. Конечно же, этот совет привел к смерти, потому что когда на брачной ложе Семела и Зевса он явился во всем своем лике, сверкающим молниями, скажем так, божественном лике, который, конечно же, не был приспособлен для глаз человеческих. Семела погибла. Погибла она в огне, в страшных мучениях, в пожаре, да, в молниях и так далее. Но она была беременна. Она была беременна, и получилось так, что младенца удалось спасти Зевсу. И так он достал из чрева младенца, из чрева Семелы, и зашил его к себе в ребро. В бедро. Итак, младенец родился однажды из чрева матери, да? Он был, конечно же, не готов к жизни, то есть он был, видимо, недоношенным, но, тем не менее, он выжил и уже продолжил свое развитие в бедре Зевса. Так Зевс скрыл этого ребенка от богини Геры, и уже в положенный срок бог этот, да, наследник Зевса и смертной женщины Семелы, он был рожден второй раз. Для того, чтобы спасти его от преследований, Зевс отправляет его к нимфам в Нису. И здесь как раз-таки появляется его имя – Дионис, бог из Нисы. Дио – это бог, естественно, Дионис. Тем не менее, преследования Геры на этом не закончились. И в результате там определенных событий она отправляет к нему титанов. Она хотела, чтобы он погиб, этот младенец. Он был, как сказать, он был нежеланен ей. Она не могла справиться с собой, потому что это, конечно же, был не ее ребенок, это был ребенок мужа от другой женщины. Отправляет он к ней титанов, она отправляет Гера к Дионису титанов, и происходят здесь, конечно, такие страшные моменты. Титаны, обмазанные глиной, подбираются к Дионису, дают ему какие-то ритуальные предметы, ну, что-то типа погремушек, да, на самом деле, это ритуальные, ватические предметы, которые приносили в жертву, приносили в культ. И они эти предметы отдают Дионису, привлекают его внимание, а затем они разрывают его на куски. Это действительно расчленение вот этого ребенка. Это центральный мотив культа Диониса. Я вам объясню дальше, не пугайтесь, на самом деле, откуда этот самый символизм. И несмотря на вот эту страшную смерть, да, они там то ли есть его собирались, то ли что-то такое, его удается спасти. Когда Зевс узнает о том, что на самом деле его ребенка, да, вот так вот ужасно с ним поступили, он бросается на его поиски, он испепеляет этих титанов молнией, но ребенку удается спасти, потому что одна из богинь пробирается туда и сохраняет его сердце. Да, действительно, это миф. Мы сейчас играем на уровне религии. Это миф. И ребенку удается спасти. Бог Зевс восстанавливает его плоть, и получается, что ребенок рождается в третий раз. То есть Дионис трижды рожденный. Это очень важно понимать. Трижды рожденный от матери земной. По одной из версий Семела — это земля, по трактовке ее имени — это может быть земля. Из бедра Зевса — от Бога. И после смерти. То есть Дионис страдающий, Дионис возродившийся, Дионис победивший смерть. На самом деле, такие важные вещи, у меня аж мурашки по коже, когда я рассказываю, и дальше буду рассказывать суть этих историй, вы будете понимать. Итак, бог Дионис очень нестандартный бог. Он выделяется из череды олимпийцев прежде всего потому, что он пришлый бог. Бог. Он поздний бог. Возможно, он пришел когда-то из Фракии или из Фригии, а возможно, вообще с Востока, да. Мы увидим, насколько схожи его черты, например, с египетскими божествами. Это бог пришлый. Он никогда не будет стоять на одном пьедестале, скажем так, с той же самой Деметрой, с Аполлоном, с Аидом. Это бог необычный. Во-первых, потому что он был смертно рожденный. Во-вторых, потому что он был трижды рожденный. Это бог. Первое свидетельство о Дионисе, которое мы получаем от Гомера. Даже в Илиаде есть отрывок о преследовании фракийским героем Ликургом Диониса. То есть это бог преследуемый.
Послушайте внимательно. Вот вы представляете себе другую ситуацию, когда, например, Аполлона преследовали бы смертные. Или, например, Зевса преследовали бы смертные. Ну, такое же не бывает, правильно? Вот Дионис, однако, так был. Сейчас коротко зачитаю. Ликург долго не жил, но богов небожителей руки... Долго не жил, но богов небожителей руки поднявший. Некогда дерзкий, напав на питательниц буйного Вакха. Вакх — это Дионис. Он же Вакх, он же Бахус. Да, это все его имена. Вакх устрашенный бросился в волны морские и принят Фетидой Налона. Трепетный, в ужас введенный неистовством бурного мужа. То есть бог испугался. Бог бежал, бог прятался. Спасла его нимфа Фетида. Если вы помните историю мифологии, да, то это мама Ахилла, Ахиллеса. И, конечно же, за это Ликург был наказан, потому что здесь даже нам Гомер говорит о том, что он не боялся богов. Естественно, он был наказан очень жестоко. Есть и другие сюжеты преследования Диониса. Например, его преследует Персей вместе с войском и низвергает его на дно какого-то озера. Его также преследуют цари, о которых мы поговорим дальше в поэмах Еврипида. Вот, то есть это бог, которого все время преследовали, да, есть некоторые такие вот звоночки, да, которые напоминают нам другие религии. Если вы понимаете, о чем я, напишите, пожалуйста. Бог, которого преследуют, на которого обрушивается, да, какой-то гнев. И вот мистерии Диониса, скажем так, это выход, это нарушение запретов. То есть, если на Бога нельзя, например, нападать, то здесь можно. Так случается, здесь такое получается. Если, например, пить нельзя женщинам Греции, то здесь можно. Если, например, поедать сырое мясо нельзя, то здесь можно. Потому что мистерий Диониса — это нарушение запретов. Атрибуты его мистерии — это, конечно же, вино. Это, конечно же, отношения. Я имею в виду сексуальные отношения. Это поедание сырого мяса. Это пение. Пение и танцы. Пение и танцы, несмотря на то, что сейчас как бы это такой развлекательный атрибут, но для людей древности это было не что иное, связанное с религией. Это все наполнялось каким-то духовным содержанием. Здравствуйте. Это все наполнялось духовным содержанием и имело какое-то культовое значение. Например, среди богов много также похожих в других религиях на того же самого Диониса. Мы дальше об этом узнаем. Итак, давайте поймем, как праздновались Дионисии. Отсюда мы увидим опять ту же самую схему бога, круга внешнего культа и круга, круга внешнего и круга внутреннего. Так, сейчас я поменяю какую-нибудь красивую картинку. Вот как раз-таки здесь цитата, которую я вам прочитала из Илиады про преследуемого бога. Так. Итак. Здравствуйте, здравствуйте, я рада всех видеть. Присоединяйтесь, пожалуйста. Мы говорим здесь о мистериях. Мы коротко поговорили об Элевсине. Можно будет пересмотреть это в записи. И сейчас мы фокусируемся на культе Диониса. Итак, что происходило в общественные празднования Дионисии? Да? Опять же, круг внешний — это доступный для всех жителей страны. Раз в третий год, в каждый третий год, в период зимнего солнцеворота, греки приносили жертву умершему богу у его могилы. То есть Дионис зимою был умершим богом. Его могилы были в разных городах совершенно, и каждый город, можно сказать, конкурировал с другим за право звания местом упокоения Диониса. Пели ему скорбный дифирамб. А именно дифирамб — это песнь, ритуальная песнь в честь Диониса. Он сменял радостный пеан Аполлона. И вот пели как раз-таки эти скорбные песни богу умершему. Торжественные, да? Жрецы со дня солнца... Жрицы, женщины... Кстати, мистериальный культ Диониса, да, вакхический культ, он был женским. То есть если там были мужчины, то очень редко. И мы дальше узнаем, какая была у них судьба. Итак, с этого момента жрицы, вакханки, мы так их будем дальше называть, уходили в горы, в Парнас, в Кеферон, в другие места Греции для ночных родений.
Даже вот так про них говорит Диодор Сицилийский. Девушкам полагается носить тирсы. Тирсы – это такие палки с насаженными на них шишками. Носить тирсы и всем вместе впадать в выступленное состояние, восклицая «эвоэ». «Эвоэ» – это призыв Диониса, да, такое очень, очень характерное слово «эвоэ». И воздавая почести Богу, в то время как толпы женщин приносят Богу жертвы, совершают пахические обряды и вообще славят пришествие Диониса, подражая Менадам. Праздник назывался Тритерий, он был скорбным, как я сказала, чествовали мертвого бога, бога страдающего. И здесь растерзанного и погребенного. Он же, у него другие есть эпитеты, да, в разных вариациях. Он же Загрей, он же Никтели, то есть ночной, он же Гадес. Гадес — это Аид. И здесь мы открываем еще одну его ипостась. Он покровитель подземного мира, он же Аид. То есть это его, скажем так, еще одна ипостась. Вот, например, смотрите, есть такой орфический гимн, да, всегда писали в Греции гимны, есть орфические, есть гомеровские, как раз-таки, который рассказывает про этого самого Диониса Никтея, то есть Диониса ночного, Диониса подземного. Называется так, амфиету. И говорят, что нужно во время исполнения этой молитвы, да, этого гимна, использовать все благовония, кроме ладана. Прям такое указание. «Я Диониса подземного кличу, зову амфиета. Бодрствует он с прекрасно кудрявыми нимфами вместе. Спит же близ Персефонии в священном чертоге». Здесь, смотрите, во-первых, здесь вот этот дуализм очень явно показывается. Во-первых, благовония, кроме ладана. Ладан — это только ритуалы смерти. То есть здесь бог живой. Я Диониса подземного кличу. Все-таки он бог смерти, да, бог, обитающий под землей. Бодрствует он с пышно-кудрявыми нимфами. Нимфы живут на земле, то есть он все-таки жив. Но спит близ Персефонии. Персефония — это, конечно же, Персефона, это жена Аида. То есть спит близ хозяйки подземного царства. То есть, вы понимаете, Дионис, он как бы пребывает в двух измерениях, и в подземном, и в человеческом. И с этим связана культура его празднования этих тритерий, да. Один год он пребывает в чреве земли, он мертв, в следующий раз он возрождается. Он открывает двери смерти, он возрождается, он разбивает оковы смерти. Даже, например, Гераклит скажет, путь вверх и путь вниз, один и тот же, Аид и Дионис одно и то же. Примерно в то же время, что и Тритерий, отмечали сельский Дионис. Это была такая, скажем так, общественная пьянка виноградарей, да, и народа всего, в принципе, на котором были и песни, и танцы, и питье молодого вина, очень важный атрибут, да, то есть молодое вино пили только через какое-то определенное время, нельзя было сразу его пить, потому что, естественно, оно было дурное. И вот как раз-таки в эти сельские Дионисии, да, можно было попробовать первый урожай, новый урожай, и, естественно, люди вели себя достаточно фривольно, потому что вино ударяло в голову. Это было такое достаточно радостное мероприятие. Весна возвращалась с анфистериями примерно в феврале, потому что Дионис еще и покровитель цветения. И вот в эти анфистерии, значит, было три дня празднования. Первый из них был посвящен кувшину или кружке, он так и называется, пифогия, да, пифос, кувшин. Когда пробовали виноград, делали возлияние, и этот праздник как раз называется праздником молодого вина. Что делали в общественных, да, вот этих вот мероприятиях? Символизировали прибытие Диониса из-за моря. То есть, если изначально скорбно он находится в Аиде, да, он там спит близ своей жены в образе Аида, он, скажем так, не победил смерть, то дальше с приходом весны он эту смерть побеждает. И люди символично, да, отмечали его прибытие из заморских стран. Бог прибывает на корабле, этот корабль ставили на колеса, везли в самый центр города. И в маске был царь. Царь на тот момент, он назывался Архонт Басилевс. Царь и царица, его жена, совершали священнодействие. Опять тот же самый священный брак, да? Царь и царица вместе совершали священнодействие в храме, в Линнее, который открывался только один раз в год как раз-таки. Что же они делали? Это был символический брак бога Диониса и этой самой жены царя.
Как это происходило, доподлинно мы не знаем. Было ли это что-то физическое, да, здесь у кого какая фантазия, либо символически царь был, скажем так, олицетворением Диониса, и он вступал в символический брак вместе со своей супругой. Таким образом, вот если проводить как бы уровни аналогии, царь, то есть царственная чета вступала в брак с Богом. То есть священ был царь, священ был город, священны были люди, которые прикоснулись к Богу. Возможно, здесь можно также найти какие-то оттенки того, что совершалась церемония в честь брака Диониса Ариадны, но это как бы мы уже не знаем, это все трактовки. Итак, в третий день варили кашу, тот же самый келей, помните, как у Деметры, называется день горшков, да, вот как раз-таки, где варили эту кашу. Это был день, посвященный поминовению, посвящен умершим и хтоническим подземным силам. Подземный — это хтонический. Считалось, что души собираются на угощение, им варили эту кашу из различных злаков, ходили к ним на места упокоения, на могилы и совершали возлияние вином. Считалось, что души были рядом, и они могли также отведать это пиршество. Затем вот эти все души, которым на один день открывался, как, скажем так, земной мир, да, они должны были вернуться обратно к себе, и их загоняли таким специфическим заклинанием, подходили к воротам и говорили: к воротам Керы, это демоны подземные, амфистерии закончены. И все души как бы отправлялись обратно. Ну и, конечно, заканчивалось это все самым блестящим праздником, который назывался Великий Дионисий. Примерно так он и происходил, примерно с таким же набором ритуалов. Но это, понимаете, карнавальный, праздничный, скажем так, общественный культ, да? Перейдем же к тайным. Что происходило, когда заканчивалась общественная часть? Итак, мы уже с вами поняли, что культ посвящен женщинам, то есть в нем принимали участие женщины, и в момент своего экстатического безумия они приравнивались к Менадам. Менада — это женщина, которая всегда свита Диониса, да, те самые Менады сумасшедшие, которые всегда следуют за Дионисом в его странствиях. Итак, услышав призыв Эвоэ, женщины бросали свои дома, дела, мужей, детей, все как угодно. Безумные, подпоясанные в туниках, да, в хитонах, сломя голову, подпоясанные змеями, это из эпоса, бежали они в горы, на головах у них были прекрасные венки, в руках тирсы, что заставляло вот их просто вот все бросить и бежать, да? Это, ну, согласитесь, это определенно какое-то безумие. Танцевать, молиться, там, не знаю, это реально безумие. Однако безумие в греческом понимании есть двух видов. Есть разрушающее, а есть благодатное. Например, когда боги, безумие — мания, да, так переводится. Когда, например, боги насылали манию на того же самого Геракла, да, за то, что он так поступил со своей женой и детьми. Да, это на самом деле все вот из области фантастики. Такой культ многогранный, многосоставляющий. Но безумие могло быть и благодатным. Безумие — это когда ты выходишь из оков своей личности, и ты открыт к Богу. Итак, в своих таинствах вакханки испытывали настоящий священный экстаз. Вся суть вообще любой религии, да, она сводится к тому, что человек должен переживать какое-то внутреннее вот чувство, внутреннее религиозное переживание. И обычно, если это классическая схема религии, например, там ты приходишь в храм, да, ты воздаешь какую-то там молитву внутри себя к Богу, обычно процесс молитвы происходит через жреца, да, священника, как угодно. То есть это жрец и община. Община безмолвствует. Но в вакхических мистериях сама община совершает священное действие. Это очень важный момент. То есть сами молящиеся проводят обряд, сами молящиеся. Они закидывают голову назад, эти женщины совершенно невероятные. Сейчас я вам попытаюсь найти картинку Менада, да, Скопаса, прекрасная. Вот, посмотрите, такая маленькая статуя, да, с этой молящейся вакханкой, они откидывают голову назад, у них вот непонятно сплетенные одежды, да, или вообще их отсутствие, это все было совершенно неважно. И вот носятся они в безумном хороводе, повторяют молитву, да, и почитают Диониса. И важная часть таинства
Как раз-таки повторение обрядов, которые делали, которые символизируют жизнь и смерть Диониса. И так они разрывали живых животных на части. Здесь мы плавно перейдем к поэме Еврипида «Вакханке». Здесь важно понимать, что это, конечно же, основаны на каких-то исторических, возможно, да, фактах поэма, но, тем не менее, она самым комплексным образом описывает, что же там могло происходить. Поэма вот о чем. О том, что Дионис возвращается на свою родину, на родину Фивы, где, помните, его родила смертная царевна Семела. Он возвращается туда, там уже правят ее наследники, царя Кадма, да, там правит, скажем так, его внук, и как раз-таки его зовут Пенфей. Внук этот правит, и когда женщины вот как раз-таки совершают все эти дикие движения, там бросают все на свете, отправляются в горы с молитвенными песнями, царь негодует, что происходит, что вообще за какой-то пришлый бог, почему он такое влияние имеет на местных женщин, что вообще несет он, о чем он говорит, это какая-то ерунда, да? Но, как известно, когда в мифах герои так сильно отрицают бога, это нехороший символ, да, значит, они обречены. Так молодой царь гневается, он решает подсмотреть. Я на самом деле рекомендую вам почитать «Вакханок» Еврипида. Она не очень большая, но она безумно прекрасно написана, очень интересно. И он решает подсмотреть за теми действиями, которые там происходят. А как известно, это мистерия, это тайна. Как вы думаете, что происходит с теми людьми, которые незаконно, да, скажем так, без посвящения оказываются зрителями таких тайн? Даже в этой поэме Дионис и Пенфей ведут диалог. Конечно же, в этом диалоге такие мастерски написанные фразы, которые раскрывают суть. Когда Пенфей говорит, ну кто ты такой? Ну что за бог вообще, непонятный какой-то? А он говорит, соверши что-нибудь. А Дионис является к нему в образе странца изначально и говорит ему так. Ну, Пенфей говорит, ну бога что-то подле не видать. А Дионис ему отвечает, он здесь, но нечестив ты и не видишь. Понимаете? То, чтобы видеть Бога, это нужно заслужить. Конечно, мы понимаем, что Пенфей трагический герой, он погибнет, потому что он игнорирует святость, он игнорирует чудеса. Здравствуйте. А вакханки, они совершают в своей вот этом экстатическом безумии, они совершают совершенно невероятные вещи. То там бьет ключ воды, да, там из под земли. То, например, там падают оковы, и вакханки освобождаются из плена. Совершенно какие-то невероятные. То они могут, например, дерево с корнями выдрать. Это все, конечно, символические чудеса, но тем не менее они присутствуют. Вот, например, вот Тирс берет одна и ударяет им о скалу. Оттуда чистый ключ, воды струится. В землю Тирс воткнулся, другая вина источник. А, и Тирс вина источник дал. И тех, кто хотел напиться белой влаги, стоило лишь землю поскрести концами пальцев, и молоко полилось. Вы понимаете? То есть чудеса, да? Конечно же, ничто не заставляет поверить Пенфея в эти чудеса, и он отправляется посмотреть туда сам. И спрашивает одного из своих подручных, а в каком же роде оргии? Скажи. Нет, для непосвященных это тайна. А в чем польза поклонникам от них? Узнать тебе нельзя, но интересно. То есть тайна, да, мистерия, в нее могут только достойные проникнуть. Как он отправляется туда, он, как бы Дионис сам направляет его, скажем так, на погибель, потому что нечестив царь, не принимает Бога, и он отправляется к женщинам. Женщины, естественно, в безумии его замечают и разрывают его на части. Здесь как раз-таки была картинка. Здесь вы, возможно, видели эти самые фрески. Это помпейские фрески, вот в частности, да, называется «Растерзание Пенфея». Да? Вакханки растерзывают его на куски. И тот, кто вот совершает это как раз-таки действие, да, символическое, это, кстати, его мать этого Пенфея, Агава. И потом она находится в таком безумии, что она даже эту голову несчастного царевича приносит в Фивы и хвастается. Смотрите, какого зверя мы растерзали. То есть женщины в безумии, они не понимают. Но, тем не менее, Пенфей наказан. И вот в этой трагедии, несмотря на как, вот этот страшный, да, ритуал, Еврипид знакомит нас с тайной. Что происходило?
что у служителей единение с Богом происходит с помощью жертвоприношения, растерзания на части. В греческом языке это спарагмос называется. И, конечно же, другого, может быть, более даже страшного. Омофагия. Догадайтесь, что такое омофагия. Растерзание животного, то есть расчленение и поедание сырого. Это омофагия. Это, сейчас скажу очень важную вещь, прошу вашего внимания. Это символ причастия. Причастие — это не только то, что сейчас есть в нашей православной религии христианской. Да? Причастие — это быть причастным к Богу, то есть вкусить его часть, плоть и кровь. Вы понимаете, да? Результат такого причастия — это близость с Богом, потому что когда ты принимаешь Бога в себя, ты отчасти сам становишься Богом. И поэтому дионисийский экстаз, который происходит через вот это вот преодоление человеческих запретов, правил, условий этикета, себя, что угодно, безумие, мания, как угодно вы это можете называть, это то, что человек становится одержимым Богом. В греческом языке есть такое слово «энтеос» — «одержимый Богом». От него, кстати, производное слово «вдохновленный», «энтузиазм», то есть «одержимый Богом». Это может быть... На самом деле, да, я, может быть, действительно вас шокирую такими вещами, но их нужно знать, их нужно понимать, потому что это наше с вами прошлое. И, как я вначале говорила, что все эти тайные культы и все эти кажущиеся на первый взгляд страшные вещи на самом деле уходят корнями в древние-древние палеолитические ритуалы. То есть тогда, когда люди еще не знали богов, верили только, скажем так, в силу охоты, когда они получили, скажем так, возможность жить, возможность там защищаться, вот это все там. Сейчас я расскажу, как. Итак, Дионис. Что же такое Дионис? С его постоянными какими-то превращениями, чудесами. Он привлекал к себе невероятное количество людей. Он привлекал к себе различные классы. Он привлекал к себе и элиту, и простых людей, и даже аскетов, тех самых, которые отказывались от религии. Опьянение, эротизм, экстаз, он же самый энтос, да, почитание мертвых — это все многообразие жизни и смерти. И ритуалы Диониса, они присутствуют даже в нашей жизни. Вот, например, смотрите, дифирамб, да, сейчас дифирамб имеет совершенно другое значение, но дифирамб — это торжественная песня Аполлона. Трагедия. Родоначальником были дионисийский эпос, да, дионисийские представления. Сатирическая драма. Маски — это тоже Дионис. В общем, многое, вот то, что сейчас у нас есть, можно тебя так или иначе с этим отнести. Публичные зрелища, да, изначально они были, конечно же, религиозными. И сделали Диониса богом театра. Сейчас это уже развлекательное, но тем не менее театр раньше был религиозным действием. Публичные обряды. И вот это, понимаете, это пропасть, которая всегда была между греческими людьми и олимпийскими богами, то есть боги на Олимпе, им, в принципе, не особо есть дела до смертных, да? Есть герои, которые, возможно, когда-то заслужат светлую жизнь какую-то счастливую, да, на берегах райских островов. А что делать людям? Они искали надежду. И вот Дионис с его таким противоречивым сменой жизнью, смерти, как раз-таки был тем самой, той самой надеждой. Он был выходом из тюрьмы Рока, да, вот такая вот. И в ней греки находили образ Бога, который страдал, как и они, который был гоним, которому было тяжело, который умирал, но этот Бог воскресал. В этом суть. Бог воскрешающий, возрождающийся. Если обобщать, есть у греков такое слово «зои», которое переводится как «жизнь». И если, например, жизнь конкретного индивиду, там, это биос, да, биос, там, течение, там, ну, не знаю, смерть одного человека, рождение нового человека, то «зои» — это жизненная энергия. И вот как раз-таки Дионис — это эта самая жизненная энергия. Подземное, земное, чередование — это чередование. И... Как вы понимаете, оргиазм Диониса даровал надежду на то, что, возможно, люди посредством причастия могут приблизиться к Богу. Итак, откуда последняя часть лекции сегодня? Откуда растут ноги? Спасибо за ваши отзывы, спасибо. Откуда растут ноги у этих странных ритуалов? Немножко мы с вами окунемся в палеолит.
буквально пару зарисовок. Зои, да, вот смотрите, как пишется слово «жизнь». Итак, хоровод. Вот та самая история, когда в Акханке, да, в бешеном хороводе, в безумии носились с оргиастичными вот этими воскликами «Эвоэ», хоровод. Вот, например, посмотрите, верхняя картинка, верхняя и сразу под ней, да, это шаманы, да, шаманы, культовый хоровод. Это известно старо как мир, да, вот, например, черно-белая картинка со следами ног, это палеолитическая пещера Монтеспан, и в ней обнаружены вот такие вот следы, да, настолько много людей там ходило, что это до сих пор до нас дошло. Круговые движения, хоровод, древний религиозный хоровод. И сейчас, да, как вот все складывается. Конечно же, песня, да, дифирамб, способ передачи мистических знаний. Это все песня. Об обряде инициации говорит другой важный момент. Мы знаем, что вот, например, титаны, которые приблизились к младенцу Дионису, да, растерзали его на части, они, например, были обмазаны глиной. Те же самые шаманы в ритуальных инициативных мистериях, они обмазываются, например, пеплом, да? Или принято посыпать голову пеплом, чтобы умершие тебя не забрали к себе. Ну и, конечно же, омофагия, да? То же самое растерзание животных, это страшный, да, ритуал. Откуда он взялся? Это символизм, это замена палеолитических человеческих жертвоприношений. Конечно, раньше все было намного жестче, потому что жесток был мир. И понимаете, насколько бы страшными не были такие ритуалы, это тип поведения, характерный для нашего, для человеческого образа жизни в течение последних миллионов лет. Это древнее, но так жили. Это действительно то, куда уходит ногами наша религия. Нам сейчас сложно понять и оправдать, но, как вы правильно заметили, всем нужна надежда. И, конечно, это тайный закрытый культ, изначально чтимый только женщинами, а мужчины, например, вот, были растерзаны за то, что причащались этими тайнами. Потом, когда с последствиями, да, своей трансформации, а религия — это всегда живой механизм, да, живой, скажем так, институт, нет такого, чтобы религия один раз утвердилась и никуда не двигалась. Это всегда изменяется, всегда отражает эпоху. Да? И вот, например, когда культ Диониса появился в римское время, в Риме, да, его, это, естественно, был, это был привозной культ. Вот мы, например, с вами можем посмотреть здесь на фрески из дома, из Вилла Мистерий. Вилла Мистерий раскопана археологами недалеко от Помпеи, да, из геркуланских ворот Помпеи по такой дороге, усеянной Акрополь, усеянных старинными кладбищами. Спасибо вам большое. Я еще не закончила. Самая вишенка, да? О том, как, что случилось в Риме. По дороге из геркуланских ворот, как раз-таки, да, из Помпеи стоит Вилла Мистерий. Прекрасная, интересная. Прекрасная, интересная вилла, потому что в ней сохранились такие невероятные фрески. И здесь что мы видим? Здесь тот самый культ посвящения. Я, возможно, дополнительно напишите мне, я скину мне из 3D-видео со спутника, как можно просмотреть эту комнату, что там именно находится. Здесь мы видим инициативный обряд посвящения в невесты Диониса. Женщина, да, сначала вот она стоит на входе, так вот подпирает бока руками, она серьезная. Дальше, очевидно, она будет невестой. Дальше она проходит через ряд каких-то сцен, там ее встречают и сатиры, здесь и Селен, плохо видно, конечно, здесь и Селен, вечный спутник Диониса. Дальше происходят, видимо, какие-то испытания или, возможно, что-то, да, что ведет ее к ее сути. Стать невестой Диониса, невестой Божией. Это как раз-таки, да, вот похоже, да, вот с тем поведением женщин, которые бежали, сломя голову, возможно, стать невестами Диониса. На центральной фреске, вот самая большая картинка здесь, мы, к сожалению, не видим лица Диониса, потому что оно повреждено. Однако он восседает на троне, к которому шествует эта женщина. И в результате испытаний она становится его невестой. Культ этот в Древнем Риме запретили, и благодаря Титу Ливию у нас есть прям дело о преследовании тех самых дионисийских последователей. Но дело в том, что культ, конечно же, извратили, вот как выглядит,
как выглядит эта комната. Кульф, конечно же, извратили, и нам рассказывают о том, что изначально туда, например, стали вводить мужчин. То, что жрица, которая как бы заведовала этим культом, она сначала вела туда собственных сыновей, потом туда начали брать других юношей, не старше 20 лет, на самом деле очень подробный такой рассказ, и смысл его, конечно же, ушел, скажем так, из религиозного в плотский. И там началась, скажем так, такая оргия в полноценном смысле. Когда об этом узнали консулы, конечно же, они всю эту историю разогнали, разрушили святилище Вакха. Вот даже здесь есть перед вами символическая таблица, которая запрещает да, вакхические родения. В общем, культ, конечно же, был запрещен, но тем не менее, посмотрите, сколько осталось нюансов в нашей своей жизни, в нашей с вами жизни. Сейчас я посмотрю комментарии. Пишите, пожалуйста, пока ваши вопросы. Я приближаюсь к финалу. Спасибо вам большое за отзывы. По поводу того, что культ имеет отсыл к христианству, да, хорошо это или плохо. Вы знаете, это вечный спор, потому что когда я на самом деле сама начала знакомиться с этой темой, а на эту тему написано очень много трудов, и в частности есть такой прекрасный наш с вами соотечественник Вячеслав Иванов, он писал очень много про Диониса, очень много исследовал, и говорят богословы так, о том, что все отсылки, все подтверждения, может быть, ну не только в дионисистстве, а вообще в истории религии, которые говорят нам о Боге, да, которые повторяют сюжеты из наших с вами библейских источников, они не отвергают Бога, они доказывают его существование. Такой важный момент, да, то, что все это про Бога. И поэтому, конечно же, вот это многое повторение, вот эти вот нюансы, они есть в жизни, и от них не уйти. Как истоки христианства, да, из каких религий мы можем найти просто огромное количество. Тот же самый золотой телец — это отсылка, например, к минойскому культу быка. Тот же самый потоп, да, этот миф о потопе есть абсолютно в каждой религии нашего мира. Абсолютно в каждой. Двоичные близнецы, да, культ близнецов. Тот же самый, вспомните, Ромул и Рем, ведийские истории, да, Махабхарата и так далее. То есть очень много заимствований, но, как говорят богословы, они не отрицают Бога, а наоборот говорят о нем. Здесь вы можете увидеть ссылку на мой Инстаграм. Я в своем блоге буду скоро запускать марафон по героям. И буду подробно разбирать как раз-таки тот процесс инициации, потому что путь героя на самом деле очень сходный с любым инициативным обрядом. Герой всегда проходит одни и те же стадии ритуальные, да, поэтому, если вам интересно, я приглашаю вас на марафон, на продолжение. И на этом буду заканчивать. Спасибо вам. Потрясающий сегодня рассказ. Я очень рада, что вам понравилось. Значит, эфир будет сохранен в клубе Арслонга Клаб 4, его можно будет пересмотреть. Также для того, чтобы выиграть призы, в том числе бесплатное место на мой марафон по героям, вам нужно будет сделать репост этого эфира с активной отметкой клуба, ну и, соответственно, подписаться на всех спикеров. Огромное количество подарков, от физических до невероятных курсов, поэтому я вам рекомендую посмотреть и выполнить все условия для того, чтобы получить эти призы. Есть над чем подумать, заглянуть в прошлое, задуматься над настоящим. Очень интересно. Спасибо вам. Спасибо. Я очень рада. Так. Замечательный эфир. Подписывайтесь на мою страничку. Я разбираю древние культы. У меня очень много интересного. Да, и, конечно же, с праздником. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо, что были сегодня со мной. Воистину воскресе. Так, есть вопрос? А, спасибо, замечательный эфир. Спасибо большое.
Все, я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Если что, вопросы, напишите мне, пожалуйста. Я с каждым подписчиком общаюсь и могу что-либо прокомментировать. Светлого вам воскресенья и хорошей недели. Хороших праздников. Благодарю, до свидания.